продолжаются работы возле этого домика. Вот он сейчас, видимо, нацелится на последний пень. Вот этот вот лук, который он сначала не мог свалить. Потому что корни у нее вон такие толстые. Еще от старого пня остались. Вот старый пень. Это уже отросток идет. Небольшой. Вот он это. Кто-то слез. Вот он целится на последний пенек. Получится, не получится. Немного, видимо, подроет. Корни еще. Он еще отталкивает. Тяжеловато ему такой подъем. Дело, техника старая. Витрина-то стоит и подумывает, какое-то чудище желтое приехало и подкапывается под меня. Держусь всеми силами. Двух братьев моих выкорчевали вон где. Что это за люди такие? Никакого уважения нету. Я их охраняла, давала сучки сухие. Ну и ясное дело, что тень была от меня. У них тыква тут росла на горе, как-то выплеснули с помойного тазика-то. Ну, теперь подкапывается под меня все утро. Вот он, видишь? Как-то он разорил гнездо осиное. А вот это не понимают, и садятся, жалят в этот нож. А он-то выше сидит. Вот он корень.
поднимается.
лежат два этих осьминога наших. Что? Я залезу, ты посмотришь, снимай. Давайте. Давайте помогу. Ладно, ладно, я вот так вот поставлю. На память сфотографируюсь. А это вот еще больше. Вот. Больше моего роста. Так. Куда лезу, сам не знаю. На память. Как старобрядцы говорят, на память. Сколько корней-то, и все они воду сосали. Поэтому она зеленая такая стоит, все время зеленая. Да. Вот. Пошел принимать. Теряет, конечно. Ничего не сделаешь. Думаю, здесь глина. Завалить эту всю яму. Слава Богу, корень с рукой его толщиной. Thank you.
корни погрузились. Блин, брать. Да, я видел. Грёб эту гору сделал. Выгреб эту гору уже. Thank you.
Иначе, значит, привык как корень солодки собирать там. Так и здесь так уже корни ветлы. Глины-то хватит? А? Глины-то хватит ему, нет? На весь этот участок. Хватит, еще не хватит. Сушит такая, что большая тушит. Так вот там еще туда унес, который обратно будет гнуть. Это все, ладно, трубу не привезет, там еще. Да, небо пасмурное затягивает. Доброе утро, брат. Это что называется? Дедушка разбушевался. Я говорю, называется дедушка разбушевался, говорю. Ничего себе, корни такие. Да, вода моя. Нет.
целится на него. Все свои массой огромные. 17 тонны. Вот он отъехал. Никак не поддается она. Что еще подгребсти? Как крепкое дерево держится. Нет. Был бы какой-нибудь трос. А? Был бы какой-нибудь трос, обвязали, да он утащил бы его. А где трос взять? А так ему неудобно, конечно. А? Ну, у барабаша есть цепь, я не знаю, пойдет она или не пойдет. Конечно.
время.